Да, в Новороссийске тоже бывает снег, но бывает он не каждую зиму. В этом году снег был всего один день, а в том году снег пролежал целую неделю. А когда выпадает снег, приходится вспоминать, что когда-то мы этот снег чистили ежедневно. И лопаты, которые мы привезли, нам тоже пригодились. А зимой, конечно, больше мы находимся дома. Чаще приглашаем в гости друзей. А чаще к нам приезжают в баню. Практически каждую субботу мы топим баню и собираемся с друзьями. Ездим, путешествуем. Но поездки в основном идут по нашему Краснодарскому краю. Ездим не на большие расстояния. Больше всего, конечно, нравится ездить именно зимой на горячие источники. Также ездим, изучаем Крым. В Крыму много интересного, что есть посмотреть. Гуляем зимой на море. Погода чаще хорошая. Одеты мы легко. Ходим в боулинг. Но больше всего мы вспоминаем наше лето и прекрасное море.